А теперь пришло время для обзора Красногорской благосферы. Видеохостинг YouTube вновь пополнился роликами с районных дорог. На этот раз станции на виражах продемонстрировали горячие парни в Нахабино. Продолжительная лезгинка в люке автомобиля оказалась настолько заразительной, что одна из машин кортежа не смогла остановиться и избежать столкновения. Так что национальный танец, можно сказать, завершился поцелуем. Хочется верить, что плясуном был не водитель, а пассажир.